Привет! Это я, Рекасти, и новый сюжет, новая тема. Новая тема заключается в том, а как все-таки музыку сортировать. Вот. Ну, такая вот тема. Вот, потому что, как она возникла, опять-таки, задали в комментариях вопрос. Вот, я хочу эту тему поскрыть. Первое, что нужно сделать перед тем, как вообще накапливать себе музыку, это определиться, какой стиль вам нравится больше, больше, больше всего. Вот, это важно, вот, потому что лучше всего поначалу сконцентрироваться на каком-то одном конкретном стиле и максимум два соседних стиля, да? Ну, например, брейкбит, хип-хоп и фанк, или техно, минимал и, ну что еще, и хаос какой-нибудь, да, ну, допустим, транс, техно-транс, вот, и... Ну и все. И пси-транс. Вот. Ну, образно говоря. Почему? Потому что очень сложно накапливать, когда вот я вообще люблю всю музыку. Мне вся музыка нравится. Я вот вообще вся абсолютно. Ну, кроме шансона. Вот. И когда ты пытаешься накопить музыку там в 10 стилях, вот, то это, во-первых, очень трудно и очень долго происходит. Да? У тебя вроде ты там посидел день, посидел два, посидел три, там неделю, через месяц, вроде ты добавил в библиотеку общей сложности там 1000 треков, да, ну или там другое количество, но они все разбиваются по этим всем по стилям, и в итоге в одном стиле, в одной стилистике у тебя сгулькин нос треков. И как бы в этой стилистике тебе будет, ну, стремновато играть, потому что тебе все время будет мучить вороной о том, что тебе не хватит треков. Вот, поэтому вот подумай, какой тебе стиль больше всего нравится. Всегда можно выбрать вот самые основные. Я, допустим, взял все, сузил, и вот у меня это фанк, брейкбит, брейкс, вот три таких основных стиля. И чуть-чуть хип-хопа, редко я вообще играю, но он мне, я его просто слушаю. А вот играю брейкбит, фанк, брейкс, там, такое. Вот, из такого семейства музыка. Еще один совет. Как бы сфокусировать. Ну вот, понятно, что, допустим, сфокусируйтесь, посмотрите, какой стиль у вас мега-мега-мега-мега-мега популярный. Вот, в каком стиле больше всего диджеев, да. Ну, допустим, если брать нашу страну, Украину, то это техно. Техно-диджеев у нас до сраки просто, их просто мега-большое количество. Вот, и поэтому выбирать стиль техно, ну, как бы, не особо прикольно, потому что у тебя такая огромная конкуренция будет, что просто, ну... Тебе надо очень ярко выделяться и обязательно писать музыку. Вот. Ну, музыка это вообще по умолчанию ты должен писать, если ты хочешь быть так, диджеем или чтобы у тебя были перспективы. Вот. Но то есть выбирать техно вот в такой ситуации, когда все играют техно, имеет смысл только если это техно очень-очень любишь. То есть у тебя есть реальная страсть к этой музыке, к этому направлению. Да? Если у тебя как бы ты одинаково любишь техно, транс и одинаково любишь, допустим, драм и бейс, то лучше все-таки перейди на драм и бейс. Ну, потому что как бы в драм и бейсе у тебя конкуренция будет намного меньше. Вот, а значит пробиться, как-то засветиться, где-то отыграть будет легче. Вот, ну это как бы это обычные вещи, то есть я не открываю вообще никакие новые штуки. Но об этом надо задуматься. Вот. Окей, проехали. Ты выбрал самый свой любимый стиль, да? Допустим, выберем вариант первый, ты выбрал техно все-таки, да? Окей, ты выбрал техно, там, минимал техно. Как сортировать музыку? Ну, в этом случае довольно все просто. Минимал и техно, они все в определенных, ну, то есть довольно жестких рамках по скорости. Там, от 128, там, от 120, ну, редко, когда техно бывает 120, и до 140, все. Вот, то есть тебе их классифицировать по скоростям не надо, потому что ты, в принципе, любой технотрек с любым технотреком сведешь без проблем. Вот, не особо там его корректируя печом. Вот, как можно отсортировать? Тут ты сортируешь, не нужно сортировать тебе по скоростям, но можно, потому что ну, ты возьмешь папку техно, да, и у тебя будет там 1000 треков техно. Вот. Как в них ориентироваться, вот, по каким можно их детализировать, классифицировать, вернее, эти треки. По эмоциональной нагрузке. Вот, эмоциональная нагрузка очень важна. Вот ты слушаешь трек, да, выбери для себя, допустим, 5, 4, 3, 10, ну лучше меньше, конечно, там около 3-4-5 эмоциональных нагрузок. Ну, допустим,
фанковый трек, ну то есть такой веселенький будет техно, такое веселое, такое грудистое, басовое, да, такое, то есть где куча басов, диповая техно, да, такое диповое, такое ш-ш-ш-ш. Вот, и, ну, еще каких-то там, какие классификации ты сможешь придумать, да, ну, тут три, допустим, мы придумали веселое, диповое, грустное, и такое басистое, и, допустим, мясоразрыв, да, там, или какая-то мега-жестяк, вот, и у тебя есть четыре квалификации, ты создал четыре, допустим, папки, вот, и в них все разбрасываешь, и теперь ты, когда приходишь играть, и ты понимаешь, да, ага, вот чувак перед тобой играл, допустим, веселое, зашибись техно, да, ты берешь с папочки техно, веселое зашибись техно, запускаешь. И нормально все у тебя, ты быстро-быстро соображаешь. Потому что запомнить каждый трек, ну я не знаю, может кому-то удается, мне очень сложно запомнить, какой каждый трек несет там нагрузку, да, особенно если ты новых накачал, там это, а это будет какой-то такой небольшой подсказкой. Теперь, если ты играешь в стиле, где разброс по скоростям большой, яркий представитель это хип-хоп и тот же фанк, вот, что делать? Тут их приходится классифицировать еще по скоростям. Вот. Тут тоже ничего сложного нет. Вот. Ты берешь, создаешь внутри, допустим, у тебя есть папка фанк, а ты в папке фанк создаешь, допустим, папки от, там, ну, от 60 до 80, от 80 до 100, от 100 до 120. Ну и редко, когда хип-хоп там уже дальше заскакивает. И все, и по этим папочкам ты себе разбрасываешь. Да? То есть ты знаешь, что внутри каждой папки ты сведешь. Тебе надо после диджея стать поиграть, ты посмотрел, ага, у него там, допустим, сейчас скорость, он играет где-то на 90, а ты с папочки там с 80 до 100 достал трек и нормально себе сводишь с ним, да, или там, ну, то есть вот, то есть просто вводится дополнительная классификация треков по скоростям. Ну, опять-таки, все, что я предлагаю, это довольно-таки, как бы, штуки, ну, то есть, вообще самый лучший способ, как бы, собирать и сортировать треки, это тот, который придумаешь ты для себя, наиболее удобный для тебя. То есть, может, ты придумаешь намного лучшую систему. Вот. Теперь, ну, как бы, думаю, что если ты уже разбросал треки по скоростям, вводить еще внутреннюю дополнительную классификацию, да что такое, классификацию по эмоциональной нагрузке в этом случае будет уже без, ну, будет уже малоэффективно, потому что у тебя уже слишком будут характеризованы, то есть слишком большой будет разброс характеристик подгрупп, и это тоже будет сложно. То есть у тебя в одной подгруппе может быть три трека, да, там от 80 до 100 веселые, да, или такие гангста, да, то, ну, будет очень сложно ориентироваться. То в этом случае, если уже разбил по скоростям, по эмоциональной нагрузке нет смысла разбивать. Ну вот и все, этот сюжет исчерпался. Если есть какие-то вопросы, я о чем-то забыл упомянуть, обязательно пишите в комментариях. Это Ярик Асти.